Приветствую вас на канале «Хастамания на шести сотках». 23 февраля и ровно месяц, как я получила свою посылочку от Францена. Вы помните этих лягушки-путешественницы, которые очень-очень долго ко мне не могли попасть, ехали ко мне практически 3 месяца. Я их, естественно, присадила и поставила на подоконник. На подоконнике у меня тут целая лаборатория, я отбила кусочек у семьи. И, мои дорогие, что произошло за месяц? Теперь я могу вам показать, как выглядят эти сорта. Естественно, мы прекрасно понимаем то, что, допустим, ну, давайте, наверное, все по порядку. Просто посмотрите, как же это красиво, особенно, когда светит солнце. То есть у меня весна, у меня пришла моя весна, и они такие у меня красопусечки, вот такие. Сейчас все-все вам расскажу. Первый сорт – это хосточка Golden Gavai Luau. Вот она, моя красавица. И она, конечно, еще не приобрела желтый цвет, потому что у нее недостаточно солнечных лучиков. Но все равно она прекрасна. Вот такой вот фонтанообразный у нее будет кустик. Выросла у меня две зеленочки с того корешочечка. И... знаете, где-то вот здесь вот, если присмотреться, еще масенькая-масенькая почечка. Так что, вы представляете, за месяц она уже вот такая у меня красавица. Естественно, еще до высадки в грунт очень-очень много времени. Что я могу рассказать про этот сорт? Ну, пока ничего особенного. Сейчас она просто у нас зелененькая, красивенькая, ждет своего часа. Потом она будет желтая, такой у нее приятный желтый цвет, у меня этот сорт есть. Она такого желтый, мягкий, такой с белесостью, и очень-очень красивая у нее форма. Значит, это сорт Hosta Golden Gavai Luau. Вот так вот она изменилась у меня за месяц. Sally goes to green. Sally уходит в зеленое, возвращается в зеленое. Я даже приподнимаю, чтобы вам показать. Вы помните, какая была шикарная корневая система? Она была просто великолепна. И вот смотрите, что такие жердяйчики, вот такие вот красивенькие у меня зеленочки, вот такие крепенькие. Посадила, горшки позабывала, забыла горшки. Не думала, что мне пригодятся горшки большие, поэтому обрезала бутылку из-под воды. И у меня получилось, что у меня получилось. И была вот такая вот отдельная кроха, я ее отсадила. То есть у меня, в принципе, получился вот такой вот кустик шикарный. Знаете, я, наверное, даже сейчас стану на что-нибудь повыше, чтобы вам показать эту фактуру листа. Я когда подхожу с утра и вижу на просвет эти... Во-первых, у нее есть налет. Во-вторых, она... Да, лист не очень плотный. Она зеленая, но у нее такой зеленый цвет с таким легким-легким серебряным отливом. И это всего лишь пока я не получаю то, что она должна получать в естественных условиях. То есть, ну, красотка, красотка. Посмотрите, вот эти вот... Это же, ну... павлиньи хвостики, я называю это павлиньи хвостики. Великолепнейшее жилкование. И вот здесь вот так вот отблески получаются за счет налета этого воска, получаются такие отблески серебра. Посажу рядышком, посажу возле ее родственницы, и это будет очень-очень красивая композиция. Значит, Sally возвращается в зеленое. Ну и пусть возвращается, у нее великолепнейший зеленый цвет. И она нарастает у меня с такой скоростью, что я не знаю, хватит ли ей этого горшка до высадки в открытый грунт. Еще одна представительница, которую я получила 23 января, Hosta Manana. Hosta Manana, я вам рассказывала о том, что она очень интересная тем, что у нее окантовочка. У нее великолепная окантовка. Естественно, в данный момент я не могу вам показать всю эту красоту, потому что она только-только-только вот она начинает появляться. Но там получается такая белая окантовка, вернее, даже как тонкая желтая с белым. И вот этот вот белый, он переходит в зеленый, знаете,
похоже на, как будто бы разлили гуашь, или вот такой татушный такой вариант, акварельный. Естественно, у меня еще будет возможность вам показать эту хосту, когда она подрастет. Что вам хочу еще? Сейчас вот на экране я вставлю вам такие фотографии. Вот эти вот, видите, вот эти бусинки, вот эти две бусинки. Я когда пересаживала, во-первых, она у меня разделилась на две части. Я рассадила в разные горшочки. То есть получила я как бы одну хосту, но пришлось рассадить для того, чтобы не пихать. Ну, они практически не держались, то есть они распались. И потом на корешочках я обнаружила вот эти крохи, которые вы сейчас видите на экране. Я их назвала тогда паучками. Я присадила эти масенькие паучки, и, если честно, у меня даже мысли не было, что они... Ну, думаю, ну, там такие, там по 3-4 миллиметра вот эти были почечки. И посмотрите, какая красота выросла. Они уже выросли, не дали мне по 2 листика. Так что вот так вот выглядит мое последнее или первое. Я даже не знаю, наверное, будем называть первое пополнение этого года. Хаста Манана. Для меня, знаете, вот, хотел сказать, ну, да, я понимаю, ничего особенного, но для меня не все великолепны, я их все люблю. Поэтому, дорогие мои, с удовольствием я с вами поделилась вот это вот весенним настроением, которое дарят мне мои хосты. И, конечно, желаю всем доброго и мирного дня. До встречи на моем канале.